Старобелорусская кухня в лучших традициях, комфортный отдых, торжества, свадьбы и банкеты в особой атмосфере белорусского народного быта в ресторане-пивоварне «Лямус». Ждем вас по адресу: город Витебск, проспект Победы, 1. Я насыплю горку жёлтого пясочку, выкреслю разорку, вузеньким киёчкам. Для маленькой дитятки я звяжу шкарпетки, для дитятки, каб не мерзли пятки. Насыплю жито для добробыту, покладу монетки для маленькой детки. Новый человек на земле появился, новая жизнь, радость в доме, а значит, будет пир на весь мир. Богатое грядет застолье. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова рады приветствовать вас в ресторане-пивоварне «Лямус». Ах, как приятно в осенний вечер собраться здесь с друзьями за приятной беседой и, конечно же, за вкусным ужином. А с нами сегодня всем вам давно знакомая Елена из Полоцкого района. Встречайте! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте! Ну, чем же мы будем сегодня угощать и удивлять наших друзей? Но я думаю, что сильно я не удивлю сегодня всех, потому что блюдо, которое мы будем готовить, название его известно всем, но оно готовится в разных регионах по-разному. Так что же это за блюдо такое? Я уже заинтригована. Мы будем готовить зразы, белорусские зразы с грибами. Белорусские зразы с грибами. Ну, это замечательно. Осень на дворе, грибов, видимо-невидимо, щедра природа и делится с нами. Елена, с чего же мы начнем? Я думаю, что давайте начнем с того, что мы пригласим сюда нашего повара Евгения. Замечательно! Евгений! Здравствуйте! Здравствуйте, Евгений! Откажи ты мне одразу, ти готовил ты коли-нибудь зразы? Конечно же готовил, но что-то я не вижу здесь картошки. Действительно, я картошки не вижу. Наверное, здесь какой-то секрет кроется. Да, действительно, секрет заключается в том, что наши зразы будут без картошки. И это оригинальный рецепт Полоцкого района. Для приготовления этого блюда нам нужно кусочек постной свинины или говядины, кусочек твердого сыра для начинки, грибы, если они сушеные, то должны быть размоченные, как в нашем случае, панировочные сухари, 3 луковицы, яйцо, перец, соль. Друзья мои, с чего же мы начинаем? Делаем начинку. Я буду нарезать лук. Так. Вас, Степановна, попрошу порезать грибочки. Ну, а Женю мы попросим, конечно же, заняться мужской работой. Нарежьте, пожалуйста, мясо и отбейте его. Говядина – один из самых популярных видов мяса. Она имеет прекрасные вкусовые и питательные свойства и великолепный аромат. В зависимости от породы и возраста животного, мясо может быть нежным, как телятина, или жестким из-за большого количества грубых мышц. Наиболее ценным считается мясо полуторагодовалых, хорошо откормленных животных. Его легко узнать по насыщенному красному цвету. Говядина – относительно жесткое мясо, поэтому для придания мягкости и ускорения приготовления блюд для нее рекомендуется использовать различные маринады. Говядина – прекрасный поставщик полноценного белка и железа, которые способствуют насыщению кислородом клеток организма. Особенно стоит обратить внимание на это мясо мужчинам, которые посещают тренажерный зал или работают физически. Жира в этом мясе даже меньше, чем в курином. А будьте любезны, передайте мне вот ту тарелочку, наверное, да? Спасибо большое.
Приступаем. А к какому празднику готовилось это блюдо? Ну, это блюдо могло готовиться к любому празднику, но чаще всего оно готовилось к хрезьбинам. И как проходили эти хрезьбины? Хрезьбины проходили очень весело. Молодые родители звали всех гостей, чтобы они вместе с ними отпраздновали этот замечательный праздник. И, однако, приходили туда только замужние женщины и женатые мужчины. Вот. Женщины несли готовые блюда и подарки, а мужчины готовили деньги. А я думала, что, может быть, сама молодая мама что-то особенное готовила к празднику? Нет, маме было не до того. Готовили соседи, друзья, и, как я уже говорила, приходили все со своими готовыми блюдами. И наша молодая мама обязательно должна была попробовать каждое блюдо, для того, чтобы ребеночек рос здоровым и рано начинал говорить. Обряды, обычаи и ритуалы, связанные с рождением ребенка, с древних времен должны были оберегать, обеспечивать здоровье, счастье и достаток, душевное спокойствие и малышу, и его родителям. Важным моментом был выбор кумовьев. Отказываться в таком случае было не принято. Наоборот, за великую честь почитали. Крестные родители несли ответственность за духовное воспитание маленького человека. Именно они приносили младенца в дом из церкви после обряда крещения и первыми сообщали родителям его имя. А меня вот интересует такой вопрос, Евгений, как профессионалы отбивают мясо? Вообще мясо рекомендуется отбивать через пленочку, чтобы молоток не прилипал, либо молоток смачивать холодной водой. Вот какие нюансы, дорогие друзья. Ну, приступайте. Я вручу вам вот этот вот мужской инструмент. Я с кузнецами работала, и они отбивают вот так железо. Посмотрим, получится ли у меня тоже отбивать мясо. Можно я попробую, Евгений? Попробуйте, конечно. Так, несколько ударов. Так. И вот сейчас нужно его отбивать, да. Через пленочку. Да. А какой стороной? Давайте вот этой. Вот этой. Я попробую. Внимание. Ой, грохоту сейчас будет. Нет, лучше я доверю это профессионалу. Сушеные грибы – хорошая замена свежим в зимний период. Заготавливать их надо с лета или с осени. Качественные сушеные грибы – это грибы без посторонних примесей, не червивые, не трухлявые, легкие, без запаха гнили и плесени, в руках не крошатся и слегка гнутся. К сожалению, не все грибы можно сушить. Лучше всего трубчатые – белые маслята, подосиновики, подберезовики, маховики. Среди пластинчатых грибов можно сушить все виды опят, шампиньоны, вешенки, а также лисички и сморчки. Сушат грибы, нанизав на нитку на солнышке или в печке. Современным горожанам удобнее всего пользоваться специальной сушилкой для овощей и фруктов или же обычной духовкой. Хранят сушеные грибы в бумажных мешках или картонных коробках. Впрочем, можно положить и в морозилку. Перед приготовлением сушеные грибы нужно заранее замочить в теплой воде, можно и в молоке, кому как больше нравится. Ну что же, наши все ингредиенты готовы, мясо у нас тоже отбито. Я думаю, самое время, Евгений, вам отправляться на кухню. Готовим начинку. На растительном масле пассируем мелко нарезанный лук до золотистой корочки. Добавляем грибы. Обжариваем не более 10 минут. Соль и перец по вкусу. В полуостывшую смесь добавляем тертый сыр. Хорошо перемешиваем. Начинка готова. А тем временем мне хотелось бы поговорить все-таки о хрезьбинах. Что же там происходило еще такого интересного в это время?
когда приходили гости на Хрезьбины, никогда не приходили туда дети, потому что песни, вот которые пелись за столом, да и разговоры, которые там велись, конечно, не предназначены для их молодых любопытных ушей. Родители тоже не ходили в церковь для того, чтобы крестить своего ребеночка, а крестили кумовья. Крестные папа и мама. А еще была там очень важная женщина, которая очень важное значение имела для появления ребеночка. Это бабка-повитуха. Вот. Во время праздничного застолья кумовья усаживались на почетное место под иконами, рядом с бабкой-повитухой, женщиной, которая принимала ребенка и в руках которой он впервые увидел новый мир. Бабке-повитухе доставались и подарки, и почести. В честь нее исполнялись песни и хвалебные речи. А как же интересно, звали вот этого младенца новорожденного до того, как давали ему имя? Действительно, родители не знали имя ребенка, пока не приходили из церкви кумовья, и только тогда знали. А до этого они звали просто Лялечкой. Просто Лялечка. Отлично. А какие же песни пелись вот в эти праздничные дни? На Хрезьбины пелось очень много песен, ну, одну из них я с удовольствием сейчас пою, я надеюсь, вместе с вами вы мне поможете. Давайте попробуем. У нядельку рана, дал Бог Богдана, дал Бог Богдана. На небе зазвенела, там радишечкой шла. Там радишечка шла, у Бога доли просила. А дай же, Боже, ты моему дитятку. Триякую долю, дай же мне дитятку. Першую грошовую, другую мядовую, третью здоровую. Ой, какая пригожая песня! Я думаю, что самое время появиться Евгению, потому что начинка должна быть у него уже готова. А вот и Евгений. Ой, а запах-то какой изумительный. Так, я думаю, что нам понадобится мастер-класс, как же теперь вот это все красиво оформлять. Давайте попробуем. Только для начала нам нужно вот эти кусочки мяса поперчить и посолить. На кухне порой просто не обойтись без специальных панировочных сухарей. Основное их назначение заключается в том, чтобы сохранить сочность продуктов и не дать им подгореть. Панировочные сухари используются для поджарки рыбы и мяса в кляре, а также для различных других целей. Их можно купить уже готовыми или приготовить самостоятельно, пропустив обыкновенные белые сухарики через мясорубку. Блюда в сухарях получаются просто необыкновенными. Хрустящая золотая корочка снаружи и нежное мясо внутри. Использовать панировочные сухари необходимо осторожно и только в тех блюдах, где это прямо предписано рецептом, так как по своим характеристикам они не обеспечивают полное и герметичное покрытие продукта и немного склонны к подгоранию. Самый важный момент, я думаю. А соль как мы сыпем? Просто вот так наугад как-нибудь, да? На вкус. На вкус. На вкус и цвет товарищей много. Перец. Ух ты, а перцу сколько? Перцу. Вот самый важный момент, не пропустить бы. Елена, все правильно у нас происходит, да? Конечно. Угу. Вот как это теперь заворачивается. Так. А мне интересно, скреплять это ничем не нужно? Вообще можно. Так. А чем вот в основном? Не раскрутила. Шпажками. Шпажками деревянными. Так. А в стародавние времена делали нитками. Обматывали ниточками, а после приготовления нитки убирали. Вот оно как. О, настоящие лялечки получились. Давайте, а как бы теперь вы попробуете? Да, с удовольствием. Я думаю, что попробуем. Угу. Вот. И все-таки, Евгений, посолить и поперчить, я думаю, мы попросим вас. У вас это здорово получается.
Ага, вот так вот. И перчику, перчику побольше. Что ж, приступим. Ух ты! А вот столько, смотрите, Евгений, достаточно? Достаточно. Или можно больше? Достаточно, достаточно, да? Вот так вот ложечку. Я передайте Елене, пожалуйста. Так, пробуем. Спасибо. Такой ответственный момент у нас. Ой, ну вот, мне кажется, у меня тоже лялечка получилась. Посмотрите, Евгений, нормально? Очень хорошо. Здорово, и даже не нужно ничем скреплять. Мясо само все вот тут красиво заворачивает. Посмотрите, может, сразу на тарелочку будем сюда выкладывать? Как вы думаете? Вот красота какая. Ну вот, какие замечательные лялечки у нас с вами получились. Я думаю, что мы заслуживаем бурных аплодисментов. Аплодисменты прозвучали в нашу честь. И самое время, я думаю, что отправлять Евгения на кухню. Но что же он должен там сделать? Какие еще действия должен произвести? Произвести финальные действия. То есть обмакнуть эти зразы в яйце, так, обвалять в сухарях, обжарить немножечко и затем дотушить в духовке 15 минут. А я хочу узнать, какое еще особенное блюдо должно было быть на столе? В день хрестьбин обязательно должна была быть бабина каша. Ее готовила бабка-повитуха. Бабина каша готовилась из разной крупы. Она была очень крутая, очень сладкая. Туда добавлялись яйца, мед. Украшалась она ягодами и конфетами. И все гости в конце праздника, пробуя эту бабину кашу, обязательно дарили подарки и деньги маленькому ребеночку и, конечно же, ее маме. Вот какая замечательная традиция существовала и, наверное, до сих пор существует у нас, у белорусов. Завершалось празднование крестин специальным обрядом под названием «Тягання бабки на баране». Гости выходили во двор, готовили санки, если дело происходило зимой, или телегу. Сверху клали барану, застилали ее кожухом, а на него усаживали бабку-повитуху. С начала 20 века барану начали использовать все реже, ограничивались тележкой или коляской. Шумная процессия веселыми плясками и песнями оповещала всю округу о радостном событии, чтобы никто из соседей не остался в стороне и мог выразить свое почтение уважаемой женщине. Бабка на кут, ну а бабка на кут, не рушается сесть, не рушается сесть. Ой, ой, как не терпится попробовать это блюдо. С овощами. Очень вкусно. Ну что ж, Евгений, вы готовы это блюдо взять в копилку рецептов вашего ресторана? Да, понравилось, мы готовы. Мне очень приятно. У меня просто нет слов, понимаете? Но в то же время, друзья мои, я думаю, что мы с огромным удовольствием хотели бы пригласить всех-всех в ресторан-пивоварню «Лямус». Старобелорусская кухня в лучших традициях, комфортный отдых, торжества, свадьбы и банкеты в особой атмосфере белорусского народного быта в ресторане-пивоварне «Лямус». Ждем вас по адресу город Витебск, проспект Победы, 1.